На час, да? Да, один на час. Так. Портал на палача заходить? Нет. На палача заходит инквизитор, Круз и бомба. Господи, что я делаю? Как хорошо, когда хибука бомба, а? Все, давайте, короче, закончили. Кто-то лагает. Центр. Ребята, остановитесь. У меня слайд-шоу. Сейчас разлагайтесь, не переживайте. Давайте сейчас их отдам. Неужели на меня попали откатом? Да, блин, ну вы не поверите, это мы сейчас, короче, его загнали, вы даже, короче, я даже не ультовал. Да. Зато я ультовал. Это мы с Сиси разозлились просто. Вот. Правда, я ультовал баррикаду. Очень ладит. Я просто очень нужная ульта. Ужас, по-любому да. Кристина виновата. Вот всегда просто виновата, всю жизнь именно, виновата. Именно. Да что вы рассказываете, всегда во всем виноваты Марвелы, блин, что вы, Кристина, ну да, съехали. Вот, появилась Кристина, и все сразу на Кристину съехали, ну так всю жизнь, всегда все на меня спихивают. Давайте разговариваем, что в жизни станет виноватым Хибука. Хибука, ты виноват вообще. Да. Драконов. Майн дракона, блин, действительно. Ты скрин вспомнил, да? Хибука, ты еще не сдохла? Да. Я тогда так ржал. Сейчас смех такой злой, мяс Марвел, типа много зла. Короче, Вова отдыхает. Не-не, это еще ничего. Я сидел, наблюдал, когда Дапкашем, ну, к нему подходили, такую фигню писали. Ну, короче, там, я живой, Вова отдыхает этой фразой, Вова, ты еще жив. Это вообще, это... А почему не сдохла, что не знаешь, какие бока парень? Помню. Нет, они вот там человек 5 было, и они все к нему на она обращался. Типа, я поцеловала его, он даже привстал и что-то теперь игнорит. Хибука, ты мне что, изменяешь, что ли? Я не понимаю. О, Хибука. Да, Хибука. Подробнее. Хибука еще та проститутка, не переживай. Там, давайте не будем лезть в личную жизнь нашего ха. Ах ты, Хибука, а? Кристин, ты не устала перекидываться с одного мужика к другому, а? Нет. То сначала ко мне, потом еще какому-то левому, да, значит? Да, отмазывайся. Да. Ничего не было, ничего не знаю. Харе трындеть тут. Пока она... Все, харе трындеть, все, давайте харе трындеть, теперь начинается игра серьезная. Сам поржал. На час, да, я стою? Да. Так, мои 7. Правильно помню. Да. Угу. Пошел дамаг. Прыжок. Свободу. Алле. Нет хила, ни свободы, ни ребафа. Чё за... Да, и медитации тоже нет. Меня быки сбили, я их не увидел. Давайте добиваем по усу. По адресу. Спайки. Опа, Хибука релей получил. Хильте Хибуку. В прошлый раз это ваншотнуло. Ребят, ну где дамаг-то? Мне ли? Быки опять, 15 секунд. Берем. Вот вообще вовремя поставил, когда я уже смену кинула. А чё Вова? Вова делает все, что может. Я здесь, расходитесь, сказала. Прыжок. Опа! Красавчики, по местам. У меня была смена клавиши, и вместо рук сделал быстрее упасть. Быстрее упасть, красавчик. Пайки.
Да и вообще сами. Свобода в центре. Подготовились, по местам сходить. Быстрее по местам дуйте, стоит построение. Еще чуть-чуть. АД. Рибав в центре. Прыжок. Да, Вол, еще так отхода. Почему никто не бьет? Стесняются. Чего вы ждете, я не знаю, по местам и добиваете. Видите? Разойдитесь, построение стоит. Пойдемте. Там. Да, что-то на Минотавре не пошло дело. Потому что фок, все разговаривают просто. Да нет, никто не разговаривал. Ну конечно. Просто первую полосу реально не могли снести очень-очень долго. Там стеснялись, стеснялись, ребята, просто стеснялись. Что-то просто не привыкли ко мне. Да ладно. Нет, тут не в тебе даже дело. Все поменьше худо. Вот сейчас Валера очень аккуратно. А у нас бесок остался. Диаманты. Получается кривые коля бесок у нас. Еще раз кто? Кривые и сиськи. А. Кривые сиськи. Кривые сиськи. Кривые сиськи. Я думаю, тут как минимум двое не понимают, почему именно. Ну, бюст. А почему не бюст, а не сисечки? Ну, это более культурно. Грудь культурнее. Голова грудь. Саша, ё-моё! Там, Саша, ё-моё. Кобыла косячная. И бука, ё-моё! Подомажьте там что-то. Хибуку отлично, он вообще там самое. Сейчас он подойдет и хильнул с руки. На волоске от смерти. Валера, живи. Ты еще я вообще умирать нет. Никак нельзя. Да мне только на тренинге нормально будет. Ну ладно, да, медитируй тренинг, там посредине. Я тебе помедитирую сейчас, Юм. Нет, я Владу говорю, чтобы он медитировал здесь. Я знаю, но меня тогда сбило. Осторожно. Денис бывал отхлебал хорошенько. Чудо ему дайте там, чудо дайте. У него все хилки слили. Прыжок не забывайте. Фиг сразу может медитацию, кстати, сесть. Прыжок. Осторожненько, о, о, четко вообще. Попал четко. Четко. Забудьте, в портал кто идет. А, стрессы крылья, пожалуйста. Привет. На плитах очень сильно мешает боль. Меньше флуда. Все стараются под перегримом стоять. Прыжок. У меня вода нельзя. Добивайте от центра, отходите.
убиваете. Либо в упор не подходим. Оба. Амба. Прыжок. Па. От центра. Смотри, Марвел, у меня ничего нет. Ну и чё, ребята, и чё, и чё? Упор не подходим. Амба. Амба. Рибаф. Ко мне. Сейчас прокрутиться будет, скорее всего. Пешки. Перебаф. Оу-оу-оу! Отошли. Бафа не забывайте сразу сдавать, в первую очередь. Отлично. И баф не сбежал. Прыжок. Ба. К нему. А, нет. Куда? Убиваете. Долго ребята идет. Да, долго. Ну, видишь, как все ж боялись, что он будет крутиться. Тем более... Просто если видишь, что он там, например, ну, начинает комбу давать, то ну, можно подамажить там. Да, то есть, как, я тоже как бы стою, жду, когда первый удар он сделает, только потом начинают добавлять. Это все знают. Так, сейчас. Да, поменяй, слышь, мы не первый идем, злой птиц идет против меня. Да я сейчас напишу. Не передамажьте. А кто будет? А я не знаю. Пусть тогда хашник, я и черно. Да иди ты первый, какая разница, ё. Это вы про сферы, что ли? Да. Да. Саня, иди ты. Саня, Ахина, иди ты первый, какая разница, ё. Разница в том, что я смогу продебафать. Ладно. Блин, а что ты вторым пойдешь, не сможешь продебафать, что ли? Пусть, короче, какая разница. Иди, короче, как я написал. Спасибо за предупреждение. Лёд. Болдер. Лёд. Сейчас стенка будет. Плохо, что сейчас стенка будет. Я её поменял. Даю чудо. Давай откатывай выпадами. Сейчас могут все сбить, так что быстрее полос. Чудо дает, давай бьем, пока чудо стоит. Поменял ворот. И бука. Сейчас, возможно, еще одна стена будет. Я поменял ауру.
без всего. Так, теперь самое опасное. Да, теперь самое опасное. По одной полосе снимаем, осторожно. Потише, пожалуйста, сейчас все направо, а остается... Кристинка, ты, наверное, с нами останься на всякий случай. В общем, ладно, вы все свои дела знаете, я надеюсь. Как это, ну я же остаюсь. Может, мы с Кристиной только или не? Или у вас там еще кто-то? Ну, у них как бы агры, воля. А, ну ладно. Да и как бы и так норм. Не, ну давай ты подойдешь к палачам тогда, когда палачи будут, Криво подойдет к палачам тогда. Когда палачи, да? Четвертая пачка. Так мне оставаться сейчас на контроле модуле? Не-не-не-не-не, ты на палачах подойдешь, нам поможешь. Хорошо. Подходите к лапе к медитации. На хаосе на 12 часов не забудьте, на красный зимпак. Вот, не так сразу велик, лучше. Она долго стоит. Но все равно. Дышит? Дышит. Ну видишь, как раз она все четко. Так, да, замечательно. Все, все, давайте, ребята. Нет, ты защиту не давай здесь. Ты можешь вообще ауру здесь отключить, в принципе. Угу. Надо подпривыкнуть немножко, потому что неудобно. На драконе я, короче, по левую лапу стану тоже. Хорошо. Переходим. Вы за сколько здесь стоит? Такая подстава. Падла, а бьёт просто. Блин, неудобно немножко. Сейчас. Нет, один остался. Блин, один, да. Стоп, дамаг, стоп, дамаг, стоп, дамаг. Время достаточно, подождите, не торопитесь. Стоп, стоп, уже сейчас будет вторая пачка, смотрите внимательно. Не будет. Не, Кристина сюда подведет его далеко. Да, она у меня не агрит. Ну, кстати, это меня мобов. Вова с сиськами стоит, да, на трех часах, на десятой? Дышит, дышит. И с Кристиной. Все нормально, поймали, поймали. Все замечательно. Все, Диснейк и Хибука стоят на 9 часов. Диснейк, Агрид. А, так я Агрид или что? Ты не пишешь по Агрид. Хорошо. Хорошо, все, значит ты Агрид. Кто с Хибукой стоит еще раз, напомните? Хибука один стоит. Хибука один, он там справится, бомба, юмор, чуть. Хорошо. Хибука, я верю в тебя. Но не надо дохнуть сейчас. Он просто перепутал. Вообще, если на нем будет агр на 10-й полоске, то он соло не сможет убивать. Если нужна мана... Блин, один не попадет, походу. Да. Кристина, ко мне, ко мне. Один не попал, один не попал. Ну ладно, есть. Это, слышь, ну-ка там побить, я пока пойду их бафну, то у них там вообще бафов ничего нет. Один, да, остался. Не хочет подходить. А вот и яд. Дышит. Все нормально есть. Замечательно. Все, палачи. Сейчас опасно. Хватит. Опасно. Да хватит, не бейте дракона. Откат будет? Да, ну, будет, будет, Кристина, да. Сейчас давай, да? Давай, откат, давай. Давай, давай. Лучше не попал. Пиля, дашь с руки на дыхании? Зашибись. Дыхание. Лапа так нашла, прекрасно. Все есть, нормально. Все, я даже не видела. Да. Давайте на баф, аккуратно лапа, бафы снимает. Ты там бафуешь так? Я уже бафнул. Привитесь, пожалуйста, от лап. Да.
все, банк. Правее от морды и дамаг. Пожалуйста, следите за лапой и шифтите. Гури бафу. Бандл. Прыжок. Пауз 12 часов. Так, полчасовой против как вы идете? Полчасовой вместе со всеми. Угу, я понял. Последний. Блин, аж залагало так просто. Байки. Кукла, меньше куклу. Меньше фулда. Не надо куклу бить. А ударила куклу, не успела прыгнуть. Меньше флуда, пожалуйста, меньше флуда. Все, улетает. Так, ее агрегировал. Давайте баф ко мне, баф, 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 баф. 8 секунд от хила. Хейбука, мы верим в себе. Титька, 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 где ты? Вот. Кристина, что ты там делаешь? Синий. Теперь у меня нет. Может. Фиолетовый. Синий. Хейбука, ты там как? Фиолетовый. Фиолетовый еще один. У тебя сейчас аура стихии? Просто аура. Фанатик появился. Да, аура стихии. Помоги еще добить. Красный, аккуратно. Синий хибука. Синий хибука. Синий хибука. Хибука рядом со мной, убейте синего его. Раз, два, два, три. Что это было сейчас? Вот это так было. Это эльфийка была. Просто трэш был, я вовремя сутанула. Это была эльфийка. Вообще спадла. Может, не эйфорию тут юзать, а? Кстати, Валер, ты не стесняйся бить его, потому что видишь. Я просто боюсь кра... Ой, этого заиграл. Не, нормально. По привычке случайно. Синий. Крис, ты говори, когда будешь без сферы, я не буду скиллы сливать. Нет, мне просто знак красный. Нет, просто знаете, вот тут вот с ними стою, здесь стоит два дарка, я здесь свет стою такой, знаешь, короче, нормально, именно дебафы даем, чтобы они, короче, это... Во-во, у меня скиллы почти не дамажут, а у Фиолет... Без флута давайте. Попали красный. Синий хибука с твоей стороны. Хибука. Фанатик, фанатик. Есть фанатик, убивайте, убивайте. Кто свободен, помогайте добивать, потому что красные стояли. Я пошла добивать. Добили. Давай. Ледяной. А нет.
Кристина, что это было? Шарики? Я понял, что это шарики. Делать мне нечего отварить. Раз. Хибука синий с твоей стороны. Вот Хибуке говорить надо. Там видно. Вообще, это как бы оптимально должен делать Пилигрим. Ему лучше всего видно мобов. Красный. Для этого и Хибука с твоей стороны. Обратно красный с нами. С нашей стороны. На меня идет. Фиолетовый Хибука рядом с тобой. Фиолетовый у нас. Фиолетовый. Появился у нас фанатик. Фанатик. Убиваем. Синий убивай Хибука. Фиолетовый у нас, вернитесь. Убили. Красный. Красный. Чуть красный слили. Вот тут извращенцы, конечно, да. Потом лужи, дайте. Это был третий же, правильно? Да. Да. Идите, сейчас может улететь сразу. Пауз 12. Черт, я в ульте. Может против часовой? Да какая разница? Смогу. АД. Ревал. Откат. Метка. На ком? Полонин макрос. Бамба. Блять, с этими крыльями прыгать пиздец. По нехуй хвастаться. Крыльями. Из-за твоей гребаной скорости. Вообще. Ну я резность. После этого, после кошмара, после этого. Прибав сейчас будет после АД. После АД резность. Помп не забывайте. Прыгнул, ударился, равно я в шоке. Первый. И все равно попал, ема. Их поздно заметил вообще. Блять, вот. Вообще вот. Метка. Метка на сиськи. Тоннель, киньте мне. Кара небес. Убивает. Фу. Нормальный заход у меня первый злой раз. Птиц, око за око. Птиц, око за око. Наконец-то нормальный заход. Второго проверяйся. Попробуйте, я открываю, никто не открывает. Если чё, короче, ты можешь мир писать, что ты соло прошёл. Только, а чё, чё, надо посмотреть. Вот это, Валер, ты можешь писать, что тебя провели за голду. О, вот, всё, всё, всё. Этим всё сказано. Я открываю. Ну, чё там, чё там? На рукавичка и перчатки.
Все, как раз у меня пухо будет, у меня пухо будет. Надо рукавичка на кого? Алхимик. Ауха, алхибуки. Что повезло Вове? Вова, поменяй ник, пожалуйста, сделай как было. Через неделю. Опа, так, осколка, чё, куда? Кристина не жила. Кристина не захотела. Она сорвала, переролила. Вы